Проживающий уже более 10 лет в Адыгее и ставший фигурантом сфабрикованного уголовного дела по обвинению в терроризме, уроженец Таджикистана Сайот Убайдов заявил о применении к нему пыток в СИЗО номер два и бесчеловечном обращении. Об этом со слов его адвоката сообщает Кавказской реалии. 24 декабря во время визита к Убайдову в СИЗО адвоката он сообщил, что 18 декабря был избит сотрудниками ФСБ. Это делали оперативники Адыгейского у ФСБ. Имен он их не знает, но видел их в ходе задержания в марте. В СИЗО у Байдова пытали током, на руках у него покраснение, на лице видимых следов нет. Также он предполагает, что у него сломано ребро, рассказал защитник. А также он рассказал об условии содержания в СИЗО. Сейчас в зимнее время окно в камере без стекла, оно не закрывается. В камере он содержится один, он к тому же плохо владеет русским языком, опасается, что может подписать не тот документ. В отсутствии адвоката он ничего не делает. Ему приносят документ, якобы расписаться в графике дежурства. Он этого не делает. Его за это водворяют в карцер. Это происходит регулярно, сообщил адвокат. Напомним, что ранее журналисты уже сообщали о давлении и угрозах, оказываемых сотрудниками Адыгейского у ФСБ в отношении родственников Убайдова с требованиями склонить его подписать признательные показания. Так, по словам супруги Убайдова Сабухат Рахмановой, силовики грозили отобрать у нее детей, лишив родительских прав. Также угрожали, что снесут дом, а нас депортируют, если мы наймем мужа адвоката. Это было еще в марте, когда мужа забирали. Они также угрожали арестовать и меня. 14 марта, когда они явились за моим мужем с утра в масках, нас с детьми закрыли в одной комнате. У нас четверо маленьких детей. Все обыскали. Я видела в суде мужа. Он сказал, что его били током, заставляют подписать бумаги, что он вербовкой занимался, рассказала женщина. Примечательно, что уже был лишен гражданства и депортирован родной дядя Убайдова, Харитин Таиров. Он также ранее заявлял о давлении со стороны силовых структур из-за того, что отказался склонить племянника взять на себя вину. Угрозы поступали также в адрес активиста местной мусульманской общины Владимира Майерова за его активность в защите Убайдова. По его словам, 25 декабря через третьих лиц ему передали, если он не успокоится и не отойдет от этого дела, то с ним поступят так же, как с Убайдовым.